Напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. Очередной рейд в рамках профилактической акции МЧС России «Отопление» прошел на Камчатке. В этот раз под внимание инспекторов попали многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие в селе Коряки, а также в поселках Раздольный, Березники, Лесной и Сокоч. Ежегодно на территории Камчатского края сотрудниками Федерального государственного пожарного надзора с наступлением низких температур осуществляется профилактическая работа в частном жилом секторе, которая направлена на обследование индивидуальных жилищ. В ходе данных мероприятий осуществляется проверка жилищ на соответствие требованиям пожарной безопасности. Инспекторы провели разъяснительные беседы с местными жителями, а также дали рекомендации о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов. Проверяющие также с согласия собственников и нанимателей жилья осмотрели электрооборудование, розетки, проводку и выключатели. В ходе выявленных нарушений требований пожарной безопасности в индивидуальном жилище собственники квартир к административной ответственности не привлекаются. Собственникам квартиры и квартиросъемщикам выдаются рекомендации об устранении нарушений требований пожарной безопасности в целях защиты их здоровья и имущества от пожаров. По данным Госпожнадзора, с начала 2021 года на Камчатке произошли 264 пожара, в которых погибли 12 человек, а 15 получили травмы. В прошлом же году за аналогичный период произошли 275 возгораний, в них погибли 9 человек, а 15 пострадали. Профилактические мероприятия в жилом секторе будут продолжаться в течение отопительного сезона. К данным мероприятиям привлекаются сотрудники органов местного самоуправления, социальной защиты и сотрудники полиции. В МЧС напоминают, что исключить риск пожаров во время отапливания помещений можно при соблюдении определенных правил безопасности. Перед началом отопительного сезона необходимо организовать проведение проверок и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделов, отступок от конструкции из горючих материалов, притопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 метра на 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и притопочных листах. При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения, такие как потемнение, обугливание, плавление, эксплуатация печи, прекращается. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Перед началом отопительного сезона, также в течение отопительного сезона, необходимо производить очистку дымоходов и печей, отопительных приборов от сажи не реже одного раза в 3 месяца. Добавим, в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно позвонить по телефону 01 с мобильного 101 и 112.